Здравствуйте! Наконец мы с вами можем посмотреть новинку вторую 2020 года от бренда Tulip. Это японский бренд бамбуковых спиц. И к нам приехал промо-бокс с второй частью новинок. Это укороченная версия уже знакомых нам спиц Fine. Fine — это тоненькие спицы в бамбуковой серии от двойки до тройки. Вот можно посмотреть те, которые входят в набор. Они же, получается, и представлены в серии в отдельной. Это 2, 2,25, 2,5, 2,75 и 3. Вот эти 5 диаметров спиц входят в серию Fine. У нас уже с вами был набор, мы его смотрели. Fine классической длины. Это 12,5 сантиметров спицы, 13 со стаканом и соединением с леской. Это вариант укороченный, то есть вариант шапочный, вариант для небольших объемов. Кто любит горловины, например, изделий. Вот такой бежевый вариант чехла, такой бежево-розовый, я бы сказала даже. И давайте посмотрим, что внутри. Это для безопасности, да, транспортировки вкладывает компания. И вот такой чехольчик изнутри. Вот эти малыши, укороченного размера, то есть со стаканом они классические, 10 сантиметров наши получается. Вот такие вот спицы. Здесь 3 гнездышка для спиц в одной половинке и еще 3 в другой, но спиц в наборе 5, поэтому одно остается свободным. Как всегда, по центру у нас с вами карман для лесок с лесками внутри. Здесь есть фирменная линейка. Это уже новый вариант линейки, где есть отверстие как раз для вот этих тонких спиц Fine. Как всегда, Tulip вкладывает две свои фирменные иголочки. Здесь иглы тонкие, соответствуют толщине спиц. В большом наборе тут идет более толстый набор иголочек и заглушки, которые позволяют нам зафиксировать изделие на леске и убрать спицы для какого-то другого проекта. Собственно говоря, набор стандартный для тюлипа. Сейчас я покажу лески. Лески здесь у нас в наборе, давайте посмотрим, 2. Один кабель, одна лесочка на 40 сантиметров, то есть сам он 20, и со спицами получается 40, это классический размер будет на шапке. Давайте его скрутим вот самым, например, толстеньким вариантом. Троечкой. Закручивается очень легко. Здесь нет никаких ключиков и никаких сложных соединений. Здесь есть такое секретное резиновое колечко. И оно помогает зафиксировать спицу в стакане настолько хорошо, чтобы она не раскручивалась во время вязания. И помогает этому еще и то, что все лески Tulip, они вращаются относительно стаканов. Вот видите, я прокручиваю спицу со стаканом. Здесь серебристые вот эти штучки вращаются, а леску я держу неподвижно. При этом соединение вот этого места, оно просто идеально. Здесь нет никаких шариков, уплотнений, утолщений. Да, то есть вот оно. Такой размер, это получается размер, чаще всего таким вяжут шапки, горловины свитеров, хотя на 40 сантиметров я умудрялась и детский свитер связать, да, то есть тут как кому заходит. И второй тросик это на 80. Вот такой прозрачный тонкий тросик, естественно, после транспортировки он немножечко вот такой в скрученном состоянии, но леска очень тонкая, и когда мы ее с вами нагреем, когда она у нас с вами адаптируется к либо к вязальному проекту, либо мы просто ее... Только единственное, что не опускайте, пожалуйста, со стаканами. Вот я всегда закрываю стакан рукой, да, основание вот этой лески. И вот в таком виде опускаю ее в такую хорошую горячую воду, ну, естественно, нормальную для руки. Все. И она после этого... Ее не в таком состоянии мы оставляем, а все лески мы распрямляем и даем им остыть в вот таком прямом растянутом виде. После этого она себя ведет прекрасно. В общем, если есть какой-нибудь чайник с недавно прокипяченной водой, можно окунуть туда, да, чтобы не искать каких-то сложных путей. Естественно, при хранении это леска, это нейлон, это пластик, да, то есть все эти материалы, они имеют свойство запоминать форму,
особенно при охлаждении. То есть вот наборчик мы с вами посмотрели, то же самое, все можно приобрести отдельно. Сейчас еще раз повторюсь, в этой поставке это у нас пришел промо-бокс. Здесь очень маленькое количество всех этих спиц, там буквально по 2-3 штучки. Потом приедет большая поставка, и в любом случае это все можно будет купить. Они продаются по отдельности, отдельно спицы, отдельно лески. Да, то есть смотрите только, чтобы у вас маркировалось на сайте initki.ru, чтобы была маркировка fine на спице и была маркировка fine на леске. Что новенького? Новенькие, наконец-то, Tulip сделали у нас коннекторы. У Tulip, правда, они называются адаптеры. У себя на сайте мы их назвали адаптер-коннектор, потому что, возможно, кто-то будет искать именно по этому названию. Но вообще адаптер — это большей части, вот мы привыкли уже, что в Чиагу это такой переходник от размера к размеру. А здесь это все-таки соединитель лески. То есть это два соединителя, которые позволяют нам увеличить длину лески, соединив их две. То есть вот даже по набору мы с вами можем соединить вот эту и ту и получить примерный диаметр там в районе 100 со спицами 120 сантиметров, да? То есть смотря какие спицы мы сюда прикрутим. Их очень не хватало в серии Fine, и все спрашивали, когда же они будут. Вот они наконец-то есть. Они есть на сайте, их можно найти по вот этому коду. Конечно, у Тюлипа не самые, может быть, удобные обозначения. Они содержат и буквы, и цифры, но, в общем, тоже ищется. Это английские буковки и, соответственно, 74, да? CTMM74. Вот. Или по серии Fine, тоже, кстати, ищется. Что еще нового? Опять же, такую штучку мы уже с вами видели во варианте более толстом. Да? Это наборы, вариация на тему наборов Trio у бренда Tulip. Они у них называются Carry S. Мы долго гадали, да, кто же это, S Small, скорее всего. То есть это для небольших объемов круговых изделий. Это может быть митинг, это может быть носок, это может быть манжета у рукава, да, то есть вот те самые неудобные для вязания моменты, когда на 4 чулочных спицах вам вязать не хочется, точнее на 5. Magic Loop тоже не все любят, и вот многие зависают на этом месте, как же связать вот манжету, я не знаю, там вот небольшого диаметра, а еще и у детского свитера. Вот такие варианты предлагает нам Tulip. Это оба этих варианта, они являются как бы дополнениями, да? Потому что, ну вот этот, он комплексный такой продукт. Здесь у нас с вами 6 спиц, или, как говорят, 3 пары спиц. Сейчас покажу вам, что у нас содержится в этом наборе. Диаметром 2,5 миллиметра. Это инструкция. Сейчас вытряхнем всех этих малышек. Вот так выглядит содержимое набора. То есть здесь 6 спиц или 3 пары спиц, 2 диаметром 2,5 миллиметра и 3 вот таких тросика, 3 кабеля. Они гибкие. То есть это та же вариация, только уже в наборе со спицами. У Чиагу, например, вообще не предлагается таких вариантов. То есть вы сами докупаете себе спицы или используете свои из наборов. А Tulip, вот он придумал такой мини-наборчик, чтобы вы могли сразу же купить его и уже не искать, а будут в магазине вообще 3 пары одинаковых спиц или не будет. Да? То есть вот такой конструктор Лего для женщин. И мы его собираем. Я сейчас одну соберу, покажу, как это выглядит. И получаем на гибком тросике вот такие 2 спицы. Тросик тоже по всем правилам Тюлипа прокручивается. Естественно, сгибается. То есть вы можете удобно вязать на вот этой конструкции из таких 3 круговых спиц. Любые небольшие диаметры. У вас при этом одна спица будет с одной стороны, да, как в Magic Loop, вторая со второй, третья вы будете вязать. Есть, соответственно, набор, который состоит и из спиц, и из тросиков, я его вам показала. И второй набор, он состоит только из тросиков. Это вариант, как бы,
такого укороченного, да, материала. Если у вас есть, например, вот такой набор, то вам нет смысла покупать вот эти спицы, да. Тут уже можно что-то подобрать или докупить только один размер, но, в общем, можно выйти из ситуации. А если у вас совсем ничего нет, то, конечно, удобно покупать именно набор. Код у этого набора вот такой. Это тросики только. И у большого вот такой. Если вдруг будете ориентироваться на сайте, чтобы найти. Или их проще всего назвать по, найти по названию KRS. У нас есть замечательная строка поиска, в которой все прекрасно вводится и находится. Да, то есть здесь вы выбираете для себя. Если у вас есть набор, то, возможно, вам удобнее будет купить только вот такие тросики. Я его, к сожалению, не могу открыть, да, потому что он запаян. Но вот такой вот у вас будет 3 тросика для того, чтобы составить себе набор трио. Вот эти тросики, они имеют толщину fine, то есть это от 2 до 3. И такой же набор тросиков у нас есть для обычной классической толщины спиц. У него голубенькая здесь верхушка. И, то есть они отличаются розовый и голубой. Розовый это для стандартных номеров от 3,25 до 9. И вот этот розовый это для вот этих тонких спиц. Что еще интересное появилось, но тоже пока вот мы не распаковали, но в общем тоже есть такая новый продукт у компании Tulip. Это папка. Папка для папка, мешок, сумка проектная. В общем, много у нее очень функций. Они сюда заложили. Карман. Да, его еще можно назвать. Это такая из очень-очень плотного, толстого пластика зип-папка, да, с зип-застежкой и дополнительным вот здесь сбоку кармашком. Его не очень хорошо видно, потому что он абсолютно такого же цвета. Да, вот он. Они предлагают использовать его для небольших проектов, которые вы берете с собой. Да, это могут быть, не знаю, моточек и спицы, которые вяжете на носок или шапку. Можете использовать его для аксессуаров, можете хранить в нем спицы и всякие свои мелкие, да, вот маркеры, иголки и все остальное. Также они предлагают вообще использовать для разных каких-то других ситуаций жизненных, да, не только для вязания. И они еще здесь напечатали вот такую линейку, которой можно пользоваться. Она соответствует размерам. То есть вы можете померить какую-то плотность образца. Если вот у вас с собой здесь какие-то спицы, ножники и маркеры, и при этом вы вяжете проект, вы можете измерить, сколько он по длине. Тоже вот очень удобно. Такой новый пакет. Код у него вот такой. Можно его найти в аксессуарах для чехлы для хранения. Спасибо вам за то, что посмотрели этот обзор, за то, что были с нами. Надеюсь, что вам понравится новая серия от Tulip. Возможно, вы ее ждали. Вот этот набор я себе уже, естественно, откладываю, потому что у меня такой же уже на полгода есть набор классической длины. Короткими спицами я тоже вяжу, вяжу часто, поэтому мне он тоже необходим в любом случае. Будет в моем арсенале. И если он нужен вам, то пишите нам в директ. Если что-то не найдете, пишите в комментарии к этому видео. И если есть продукт у Tulip, который вы хотите посмотреть или узнать о нем подробнее, то тоже милости прошу в комментариях. С удовольствием всем ответим. Все, всем пока и до скорой встречи на нашем канале.